В Люберцах стартовала всероссийская благотворительная акция «Бабушкина забота». Проект, который инициировала «Единая Россия», нацелен на поддержку жителей и защитников Донбасса. В течение 2 месяцев местное отделение партии принимает теплые вязаные вещи. Их передадут детям и пожилым людям из ДНР и ЛНР, а также российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине. О больших добрых делах и о людях, которые их делают, наш следующий сюжет. Я сейчас вяжу это носочки для наших ребят. Вот им зимой, чтобы было тепло, вкладываем свой труд и частицу своего сердца. Клуб «Активное долголетие» Галина Иманова стала посещать с тех пор, как здесь открылись занятия по вязанию. Это не просто увлечение и способ отвлечься от повседневных забот, но и вклад в гуманитарную миссию. Единственное, что требуется – приходить и вязать. Все остальное предоставляют на месте. Рукодельница обеспечивает материалом для вязания представителей местного отделения партии «Единая Россия». На этот раз они привезли 3 килограмма пряжи из натуральной овечьей шерсти. Производитель тоже люберецкий, фабрика «Пехорский текстиль». Долголеты принимают еще участие в таком проекте, как «Я свяжу себе жизнь». И когда вяжут они с пледики, с такой любовью, детки быстрее выздоравливают. Сейчас мы надеемся, те вещи, которые будут связаны, будут переданы жителям ДНР и ЛНР, и у них, ну, как бы жизнь станет немножко лучше, светлее и надежнее. Теплее, самое главное, теплее. Присоединиться к благотворительному марафону могут не только члены клуба «Активное долголетие», но и все желающие. Вязаные изделия принимают по адресу улица Кирова, 22. Осенью собранные теплые вещи доставят в Центры гуманитарной помощи «Единой России» в ДНР и ЛНР. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.